Добрий вечір. Сьогоднішній випуск «Дзеркала» буде трохи незвичним по формату, адже і час у нас такий не зовсім звичний. І хай зараз у суспільстві, в центрі уваги події в Києві, ми сьогодні будемо говорити про їх відлуння у нашому місті, адже саме Суми породили таку хвилю з використанням іншими містами прапору Євросоюзу. Тому зрозуміло розчарування нашого міста – зміною курсу уряду і обурення нападом на Майдан у Києві. Багато міських голів вже висловили своє ставлення до цієї події. Тому сьогодні ми запросили до себе міського голову Геннадія Мінаєва. Добрий день, Геннадій Михайлович, спасибо, що прийшли. І, во-первых, учитывая то, что мы с вами москали такие безнадежные, предлагаю дальше вести разговор на русском языке. Это облегчит процесс и сократит время на ответ. Ну, я вообще-то не совсем москаль, я больше кацап, поэтому я согласен. Хрен редьки не слаще. Согласен. Первый вопрос. Как вы оцениваете теперешнюю ситуацию в стране и ваше вот отношение к разгрому Майдана Беркутом? Этот вопрос, в принципе, надо бы разделить на четыре части, на составляющие. Помните, три источника и три составные части, да? Mm-hmm. А здесь у нас четыре части. Собственно, вопрос курса евроинтеграции, и он подлежит отдельному обговорению. Mm-hmm. Выбачьте за украинскую мову. Разгон студентов на Майдане в ночь с 29 на 30-е. И начало политического процесса по выборам президента. И на всем этом фоне четвертый вопрос – это штатные или нештатные режимы городов, громад, областей и так далее. Если сконцентрироваться на первом вашем вопросе, разгон студентов жесткий, чрезвычайно, на Майдане, на площади Независимости в Киеве в ночь 29 на 30, то я резко негативно отношусь к этому. И сразу же утром 30 ноября я это, свою позицию обнародовал. Это недопустимо. Это недопустимо. В Украине каждый гражданин имеет право на мирный протест. И в 4 часа ночи никто из митингующих никому не мешал в Киеве. Поэтому разгон я категорически осуждаю. И... А можете ли вы, как городской голова, гарантировать, что несмотря на любую установку елок, несмотря на любые решения бездрехских, будь каких угодно судов, в Сумах таких силовых сценариев не будет? Я уже продемонстрировал свою позицию и лояльность к этим процессам, потому что, например, в субботу, когда проходил митинг, теперь уже можно говорить о оппозиции, потому что выступают уже под партийными стягами, то буквально за несколько минут до начала этого митинга заявки не было, и я ее практически принимал в онлайн-режиме через социальные сети. Поэтому никаких судов, заборон, подачи, вот как в том же Киеве, в суд на заборону проведения акций, у нас в Сумах такое не будет. Люди имеют право на мирный протест, и они... Но по большому счету да. Это конституционное право, да. И поэтому, суд не имел права да. нарушать конституцию. Поэтому в Сумах я надеюсь и я гарантирую то, что никаких таких перипетий не будет. Мы очень плодотворно и, так сказать, ежечасно работаем в контакте с городским отделом, и я как мэр с начальником городской милиции. И на сегодняшний день можно сказать, что никаких силовых сценариев у нас
мне даже не просматривается и близко. Поэтому с этой стороны я хочу заверить всех сумчан, что у нас в городе будет все спокойно и никаких, повторяю, никаких силовых сценариев у нас даже и близко на горизонте нет. То есть вы в состоянии здесь скоординировать действия с милиционерами? Ну, вы знаете... Они же вам не подчиняются. Ну, вы знаете, действительно, у каждого есть свои полномочия, но и когда ты находишься в тесном контакте, допустим, с исполняющим обязанности начальника областного УМВД Русланом Скрипником и с Владимиром Рапутой, начальником городского, то все-таки есть уверенность, что вот эти координационные наши действия, они обеспечат ту необходимую безопасность, которая должна присутствовать на таких мероприятиях. И когда мне говорят, то есть или милиции много на митинге, или милиции мало на митинге, наоборот, да, ну не всегда, так сказать, все люди обращают внимание на то, что, допустим, вот говорили, на митинге было мало милиции, да, одна ПМГшка и все. Ну, на самом деле, в нужное место, в нужное время есть люди, которые обеспечат безопасность митингующих от всякого рода провокаций. Не, ну это понятно, что по положению любое публичное мероприятие должно находиться под охраной милиции. Оно и находится, милиции, оно да. и находится в Сумах, и у меня вот... здесь нет никаких, так сказать, опасений того, что может произойти такие провокации, как они произошли в Киеве. А теперь пойдем дальше. Вот некоторые органы местного самоуправления уже приняли какие-то вот решения, достаточно спорные с точки зрения сохранения целостности страны. Ряд западных областей объявили себя территорией, независимой от правительства. С другой стороны, недавно вот было опубликовано решение Верховного Совета Крыма о ввести чрезвычайное положение. Вот как вы относитесь к вот этим шагам, которые принимаются органами местного самоуправления? Я хочу сказать, что и, наверное... И не планирует ли городской совет? Я хочу сказать, что я, наверное, никого не удивлю, если я скажу, что я не поддерживаю ни первую, так сказать, ни первое отношение, ни второе. Дело в том, что, к сожалению, все из-за процесса временного приостановления евроинтеграции сразу больше связанное с экономическими преобразованиями, сразу пошла политическая борьба. И стартовали президентские выборы, по сути. И сегодня я хотел бы сказать, что органы местного самоуправления, они, конечно, имеют право на свою позицию, тут вне всяких сомнений, но высказывать то, что территория свободна от влияния правительства или вообще свободна от правительства, это, с моей точки зрения, неверно, потому что экономическая, финансовая система государства, она единое целое. Да, и так что, кабинету министров перестать перечислять трансферты на выплату пенсии там, и так далее. Тем более, что вот сегодня снег пошел, да, и что будет с дорогами, еще да, вопрос. Потому что, допустим, та же Ивано-Франковская область, она дотационная, Ивано-Франковск дотационный. Это мы самодостаточные, и то не в полной мере город Сумы у нас изъятие из городского бюджета. Поэтому финансовая, бюджетная система страны единая, и объявлять себя свободной от правительства, я считаю, неверно. С другой стороны, я категорически не приемлю ситуацию, которая в Крыму, о просьбе, во-первых, не требованием, или это все-таки требованием? Я не помню, как точно, но идея... По-моему, с просьбой к президенту ввести чрезвычайное положение. Это другая крайность, которая также категорически мной неприемлема. Вот по городу Сумы я могу сказать, сегодня город живет и работает без всяких катаклизмов,
больницы, школы, детские садики, ходит транспорт. Сегодня ночью пойдут дорожники на дороге, поэтому жизнь продолжается, воду надо подавать, тепло надо подавать. То есть жизнь-то не останавливается из-за того, что кто-то к кому-то обратился или кто-то сказал, что он вольный в чем-то. А у вас, кстати, нет такого вот соблазна воспользоваться ситуацией? Я имею в виду у мэров городов. Среди тех, кто сейчас вот высказывает прямо свою собственную позицию, очень много уважаемых, ну, например, мной, я думаю, вами людей, это Садовой, тот же самый Гройсман и так далее. Нет у вас такого вот идеи объединиться и усилить роль местного самоуправления, воспользовавшись этой ситуацией, ну, в частности, там, или через ассоциацию МИСТ Украины и так далее? Выбить и себе права. Ну, больше. Вы знаете, на самом деле, когда проходили выборы в Верховную Раду, вот совсем недавно, год назад, местное самоуправление любили все, да, все кандидаты в народные депутаты, все партии, все декларировали о том, что местное самоуправление больше прав, финансовая самодостаточность там, и так далее, и так далее. На самом деле, после того, как все уходят в Верховную Раду, все об этом забывают. И на сегодняшний день все органы местного самоуправления даже не видят выхода в том, как о себе в очередной раз заявить. Они уже заявили. Вот там, где управляет центральное правительство, фактически нет никакого управления. Здесь, на местах, процесс идет, там нет никаких драк, ничего нет. Ни во Львове, ни в Виннице, ни в Сумах. Вы знаете, кстати, Львов и Сумы отличаются одним очень интересным фактором, существенным фактором. Вот во Львове с 23 ноября ежедневно проходят митинги, и изначально в городе Львов на площади Рынок, это площадь, которая непосредственно возле мэрии, и других площадях нет ни одного партийного флага. У нас был единственный митинг, так сказать, первый, на котором я присутствовал и на котором я выступал, это еще перед Виденским саммитом, когда не было флагов, и я пришел на этот митинг, и я заявил позицию свою относительно курса на евроинтеграцию и так далее. И сегодня сумская и львовская ситуация абсолютно разная. Если во Львове больше, будем говорить, гражданский протест с требованиями евроинтеграционного вектора, то в Сумах уже у нас больше политический протест с требованиями другими, с отставками и так далее, и так далее. Ну, здесь я позволю себе не согласиться по той простой причине, что если действительно до субботы это был гражданский протест, чисто, и главным лозунгом было «Украина, це Европа», то сейчас главным лозунгом является «Банду Гейт». И, в принципе, разруливать эту ситуацию в стране, чтобы уберечь ее от раскола, от катаклизмов и так далее, должны быть в первую очередь, ну, должны этим заниматься в первую очередь парламентские партии. Ну, это моя точка зрения. Вот ваш сценарий развития событий. Я полностью поддерживаю вашу точку зрения. Во всяком случае, в стране существует легитимно избранный парламент, так? Как там форматируется большинство и так далее, нас в принципе не должно интересовать. Нас должно интересовать, чтобы парламент, это как главный орган законодательный, умел разруливать ситуации, которые возникают в стране. На сегодняшний день, к сожалению, парламент не может это разрулить, и здесь на первый план выходит президент. Я хотел бы и ему принимать решения. Очень тяжело, кстати, такие решения принимать, но
такие решения принимать придется, да? Если звучат, так сказать, требования отставки кабинета министров и так далее, то есть президент должен подумать... Нет, тут понятно, он, что как бы в консерватории что-то менять да, нужно. Да, я думаю, что он примет правильное решение. Давайте вот вернемся к тому, из-за чего все это произошло. Произошло из-за того, что наша страна была поставлена, и в первую очередь сам президент был поставлен в очень, так сказать, серьезные рамки принятия решения. Ведь, по сути дела, подписание ассоциации нам ничем особо не грозило. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. Потому что ассоциация – декларативный документ, дорожная карта, в ней не прописано очень много вопросов, и нет безвизового режима, и нет финансовой поддержки. Есть много-много положений, которые мы должны сделать, как Украина, на пути в Европу. Проведение стандартов и много-много-много чего. То есть, и вот здесь, к сожалению, мы, и в том числе я, и политики, недоработали, объясняя людям, какая же дорожная карта вхождения в Европу? Потому что вот я беседовал, в том числе и в конце прошлой недели, многие люди понимают то, что подписание ассоциации президентом в Вильнюсе это означало, что мы в Европе. Что у нас появятся автобусы. Ну, я понимаю. Я даже добавлю, главным лозунгом на одном из митингов было «Даешь европейские пенсии, даешь европейские зарплаты при производительности труда едва ли не ниже всех, по-моему, Молдавии только, ниже валовый внутренний продукт на душу населения, да. Ниже всех в Европе. В три раза ниже, чем в той же России или в Польше». Да, ну поэтому вот и... возникло такое разочарование, огорчение, досада у людей, да, мы вроде бы уже в Европе, и вот президент взял, не подписал. На самом деле я вину за неподписание разделил бы между президентом и между Брюсселем, потому что Москва обыграла, по большому счету, и... очень трудно было сделать этот шаг президенту, и я очень сильно разочарован, потому что это была надежда на то, что мы пойдем в этом направлении. Но с другой стороны, тогда где брать кредиты? Ну, вы знаете, Геннадий Михайлович, здесь все-таки проблема немножко другая. Это проблема ценностей. Вот. Это проблема, она характерна... То есть, беда в нашем правящем классе, где не срабатывают те ценности, которые там традиционно называют европейскими. Понимаете? То есть, да, решили действовать достаточно прагматично, но нельзя дать мечту, да, и потом забрать ее. Так я же об этом только что и сказал, что не доработали политики, не объясняли. А на самом деле... От сегодняшнего состояния нынешней социально-политической, экономической ситуации в Украине и до европейских стандартов достаточно долгий и трудный путь. И когда мы говорим о том, что мы идем в Европу, и все у нас когда-то будет хорошо, я с этим согласен. Мы идем в Европу, и когда-то у нас станет все хорошо. Но мы должны пройти этот путь, это как больной, да? Вот он заболел, и ему нужна операция. Без операции не обойтись. Так вот, этот предоперационный, операционный и послеоперационный период, ну, это мне знакомо вот сейчас по последнему месяцу, человек должен пройти. И уже все, нет Советского Союза. Европа – это в первую очередь ответственность, ну, и политиков, естественно, и людей самих за себя. В Европе не будет КП «Суммы Житло». Не будет. В Европе будет ОСББ. И утримание своего будинка, так сказать, тем коллективом, который владеет квартирами
и по тем тарифам, которые они сами себе установят. Вот в чем вопрос. И ответственность за свою жизнь, за свою семью, за свое будущее, за свою судьбу каждый берет на себя. И там не будет льгот. Каждый, входящий в автобус или троллейбус, будет платить. Каждый будет выбирать, или он пенсионер и получает только одну пенсию, или он работает, будучи в пенсионном возрасте, но он работает, понимаете, да? Потому что в нашей стране столько социальных льгот, которые не может вынести нормальная экономика, тем более, которая в упадке. И на сегодняшний день, когда Виктор Федорович не подписал ассоциацию, я был разочарован. Я был разочарован, но потому что Европа не предложила действительно компенсационных хотя бы дорожную карту на эти ближайшие 10 лет и на следующие 10 лет, когда Польша была на пороге вступления в Евросоюз. Да, там 2000-й, 2001-й, 2002-й, Польша знала, что когда они вступят в Евросоюз, допустим, тот же Люблин будет получать по 100 миллионов евро. Вот, 100 миллионов евро. То есть Люблин за ассоциацию за 9 лет в экономику, в инфраструктуру Люблина было вложено 1,1 миллиард евро. Это на секундочку 14 миллиардов гривен за 9 лет. И если мы бы расписали вот это движение, так сказать, ассоциативное, и потом членство, и сказали, что каждый год в инфраструктуру нашего города будет вкладываться, ну, это дороги, тротуары, освещение, транспорт, больницы, ну, утепление школ, садиков, энергосбережение и так далее. Под контролем Евросоюза, да, потому что немцы очень серьезно контролировали те деньги, которые они вкладывали в Польшу, да. Там ни одна копейка была не потрачена без контроля со стороны Брюсселя. Каждый там в Люблине было реализовано за 9 лет 14 проектов. Вот сейчас 15-й аэропорт они заканчивают, ну, вернее, в стадии в активном. И тогда понятно, на сегодняшний день мне непонятно. То есть... Геннадий Михайлович, мне, например, прекрасно понятно. Дело в том, что в Польше не было такого уровня коррупции. В Польше не было очень много, очень многих проблем, которые характерны для теперешней Украины. Это избирательное правосудие и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем дело. Польша была более готова к тому, чтобы принять эту помощь, на мой взгляд. С другой стороны, я знаю, что если судить по поведению Арбузова уже на Вильнюсском саммите, он высказывал четкую убежденность, они сидели там вплоть до того, что ночью, да, согласовывали детали, и тем не менее подписано не было. Вы знаете, еще два года назад, в апреле 2012 года я написал достаточно известную уже статью, которая... на которую сначала не обратили внимания, а теперь ее цитируют и киевские политики. Она имела название «Украину спасут или погубят олигархи». Ну, я надеюсь, вы ее читали. Я читал, я даже отповедь хотел написать, но это да, времени не хватило. На самом деле, вот тот капитал, который есть на Украине, он должен принять легальные формы управления, да? Без офшорных зон, без всякого рода манипуляций с выводом и в офшорные зоны капитала, потом возвращение в виде инвестиций, а нормальный бизнес с ответственностью перед той территорией, где работает этот бизнес. Ну, в частности, вот по нашему городу, ответственность Григоришина и Лукьяненко перед территорией, на которой расположен завод Фрунзе. Да? И вот так во всех сферах. И, к сожалению, и моя глубокая уверенность, что сейчас вот бизнес, большой бизнес, который влияет на политику, да, он сегодня находится в двух лагерях. Это, будем говорить, российские ястребы и евровекторные. И вот сейчас идет борьба между первой и второй группой.
оппозиция на сегодняшний день подыгрывает политически евровекторным, потому что выход такого большого количества людей, опять же, с ассоциативным выбором, они показывают, что все-таки вектор Украины в Европу правильный. И я думаю, что в ближайшее время вот эти все группы должны сойтись в Верховной Раде и как-то найти консенсус. Как будет двигаться Украина в Европу? Я понимаю, но с другой стороны, вот вы говорите об социальной ответственности бизнеса, это одна из черт европейскости. А что мешает той же самой Сумской Мирской Раде принять решение? Вот есть в США такой закон Community Reinvestment Act, это закон о реинвестировании в местные общины. Он действует только для банков. Составляется каждый год рейтинг банков по их взносу в местные общины, которые, на территории которых расположены их офисы, филиалы и так далее. Почему Сумская Мирская Рада не может принять решение, например, о составлении ежегодно рейтингов банков и их взносе в жизнедеятельность местной общины? Никаких санкций за это не надо. Мы просто сделаем рейтинг, пусть они отчитаются, какие программы у них там по жилью существуют, что они способны здесь кредитовать, как они кредитуют малый и средний бизнес, сколько денег они тратят на благотворительность, на гуманитарные программы и так далее. И составим этот рейтинг, и будет видно, кто жлоб, а кто социально ответственный. Ну, среди банков... Нетрудно это сделать. Дело в том, что, к сожалению, у нас не совсем такая система, в том числе и банковская, потому что филиалы у нас-то не самостоятельные, и все равно решения принимаются в центральном... Ну, пусть центральные офисы принимают, вот. Но для сумм. Да, вот если бы это, так сказать, сделать на территории всей Украины, то, наверное, банки бы задумались, потому что я знаю... Давайте сделаем в суммах, давайте можно, начинать строить можно, Европу здесь. И, можно, Геннадий Михайлович, можно, кстати. Вот, каково ваше видение возможного развития ситуации, и вот, может быть, вы общались с коллегами, мэрами городов, что говорят они, что у них происходит, как они видят? Опять же, ситуация у нас на Украине такая полярная. Это западные области, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. Ситуация одна. Центр, Житомир, Винница, Черкасы, Полтава, Сумы, Чернигов, центр и север другая, юг и восток, ситуация третья. Поэтому мы находимся в середине диапазона, мы будем говорить либералы, с точки зрения не радикалы ни одной, ни другой стороны. Я говорю сейчас о местных советах и о мэрах. Прогноз у меня недостаточно исходных данных для прогнозирования ситуации, но я думаю, что на сегодняшний день для того, чтобы ситуация стабилизировалась, президент и парламент должны предпринять какие-то шаги. Ну, это напрашивается. Сумская Мирская Рада, через два дня у нас сессия, очевидно, будет какое-то решение. Да, я сегодня получил от фракции «Батьківщини» про звернення до президента Украины, где несколько абзацев преамбулы в звернені, где мы осуждаем действия Беркута. Я, кстати, хотел бы разделить действия Беркута очень быстро. Ночь на Майдане с 31 на 30 – абсолютно беспрецедентное превышение полномочий. Очень правильные действия по отражению братков Корчинского на Банковой, там где с цепями, с грейдером. Ну, я понимаю, это да, была запланированная, да, акция, да, такая. Это я разделяю. Проплаченная там 100%. Абсолютно необоснованно, и за это должны понести ответственность и получить конкретные сроки, конкретные исполнители, кто давал команду, кто ее исполнял и так далее. Но еще были действия Беркута, которые мы категорически осуждаем. Я уже успел переговорить со многими депутатами. Это действие Беркута во дворе
улице Банковой, напротив, собственно, администрации президента, где Беркут избивал уже сдавшихся, да, и под руку попавшихся людей, лежачими и так далее. А тем более в Доме писателей. Поэтому мы осуждаем эти действия и будем вымогать привлечь людей, тех беркутовцев и милиционеров, которые превысили свои полномочия, к ответственности, в том числе уголовной. И второй, третий пункт в проекте «Батьковщины» – это отставка кабинета министров во главе с Николаем Азаровым и отставка президента. Эти два пункта дискуссионные, мы их будем обсуждать завтра на Погоджувальной Раде в 13:00 и будем принимать решение на сессии. Скажу я очень четко и кратко. Второй, третий пункт лично я не поддерживаю и считаю это уже политической борьбой оппозиции за место президента, то есть началом президентской Хорошо. Кампании. Геннадий Михайлович, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо. Увидимся на следующей неделе. Бережите себя. До встречи. Все будет хорошо.